Коллеги, добрый вечер. Завершился матч между командами «Борис Амур» и на послематчевой пресс-конференции главный тренер команды со стороны команды хозяев Андрей Владимирович Скорелка, со стороны команды гостей Николай Константинович Борщинский. Николай Константинович, пожалуйста, вам слово. Ну, сегодня, конечно, игра для зрителей была очень интересная, много забитых шайб. Держала напряжение все 60 минут. Но для нас, конечно же, эта победа была очень важна, потому что последние игры нам не удавалось выиграть, и также последние две игры нам не удавалось вообще забить ни одной шайбы. И сегодня вот так получилось, что мы смогли забить 6 голов. И, конечно же, хорошо, что хватило для победы. Но, как я уже сказал, что соперник очень сильный, хорошее большинство. И нам в концовке матча, конечно, было тяжеловато. Но очень здорово, что мы смогли выстоять и довести игру до конца за счет того, что ребята сегодня полностью отдавались. И, видно было, что очень хотели победить. И смогли за счет характера, мужества довести встречу до победы. Спасибо, Андрей Владимирович. Амур, с победой. Спасибо. Да, мы тоже сегодня хотели победить, но, к сожалению, малой крови, да, не удалось как следует подготовить и настроить команду на сегодняшний матч, на начало матча. Конечно, где-то со второго периода там. Немного мы перестроили игру, но этого уже не хватило, да. И, конечно, забивать 5 шайб и проигрывать, ну, это наверное, не... Сложно комментировать, но, тем не менее, наверное, такие игры бывают. Я думаю, мы сделаем правильные выводы из этого поражения и будем готовиться к следующему матчу. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Лизанков, ветеран Астаны. Насколько серьезно тренировался Паттерсон? Не знаю. Давно не видели в составе Кирилла Панюкова в ближайшее время? Завтра мы посмотрим, кто у нас будет. У нас не так много игроков, возможно, да? Он сегодня в Темирдау. Поэтому завтра приеду, посмотрим. Еще вопросы? Спасибо. Можно попробовать? Буквально один вопрос. Да? Андрей Владимирович, я не занимаюсь хоккейной журналистикой, но мне лично интересно ваше видение. В плей-офф выходить важно с какого места в конференции? Если да, то не ниже какого хотелось бы опуститься, чтобы не получать каких соперников? Спасибо. Мне сложно ответить на ваш вопрос, если честно. В плей-офф важно выходить. Когда ты выходишь в плей-офф, важно, какая у тебя игра. И если эта игра тебе позволяет занять место, конечно, в первой четверке, ну, естественно, это здорово, это лучше, чем... Не знаю, ответил на ваш вопрос. Спасибо. Спасибо большое. До свидания.